Военизированная игра «Семеро отважных», посвященная Дню защитника Отечества. В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, посвященного Дню защитника Отечества и 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, сегодня на базе Тувинского кадетского корпуса состоялась республиканская военизированная игра «Семеро отважных» среди военно-патриотических клубов, объединений и юноармейских отрядов республики. Целью игры является воспитание чувства патриотизма, духовных, нравственных и физических качеств у подрастающего поколения, их подготовки к служению Отечеству.